Привет, зритель. Интересно, звуки соседей, которые вчера ругались, сегодня ремонт делают, будет слышно? Помимо ручек всяких других звуков. Вы когда творог делаете, у вас сыворотка капит? Со звуком или без? Вообще, насколько я помню, когда я делаю тайп и пишу, то я всегда ложаюсь. А тут что-то я стала делать тайп, села наконец-то. Не прошло и 300 лет. И решила включить запись с экрана. Думаю, ну вот. Вообще, запись с экрана я другого хотела до этого делать, но... В общем, посмотрю, что будет. Так. У ПБ у нас аниме Айс 5, жирный шрифт. Мысли у него косым, но тоже жирным. Сегодня очень интересную вещь узнала. Скинула скриншот, кто это есть в Инстаграм, гляньте, там комменты есть. Девочка у меня забанила. Знаете, такие люди бывают, придут по тегу какому-нибудь и высунут что-то свое офигенно умное. В общем, девочка 17 лет. Тоже Оля, по ходу дела. Ну, судя по информации, 17 лет. Беларусь. Не помню, Минск ли. И она просвещала, как наш редактор потом в ходилке сказала, наверняка ходила, махала. Просвещала она меня, как опытный скандлейтер. Я узнала много нового, не только о себе. Ну, помимо того, что есть в современном русском скандлейте, в русскоязычном скандлейте есть внезапно тайпер звуков, а еще клинер этих звуков. То есть, когда... Я даже не представляю, как вот... Я когда еще в Кинке начинала сканлетить, даже в какие-то моменты вот самые сложные звуки я умудрялась прорисовывать. Наверное, это не шепот, просто тихий голос. Но было так, что вот некоторые какие-то звуки, ну, вообще лень клинить. И просто потом, ой, не то нажала, подписываешь. А тут получалось так, что прорисовывала какие-то сложные моменты еще в судзуна. И внезапно вот узнаю, что есть ретушер. Всю жизнь думала, что это вообще что-то левое. И не думаю, что не только я так думала. А есть, оказывается, ну, есть ретушер, значит, который клинит звуки. Или тайпит звуки, хрен знает. Надо там глянуть в комментах этих. Есть, я на всякий случай скриншоты сделала, они у меня там на компе в дропбоксе висят в общей папке. Так вот, есть ретушер, который отдельно клинит звуки. Есть тайпер, который отдельно клинит звуки. Я вообще в афиге впала. Ну, мне и так-то был в афиге, но когда девочка прискакала, это типа... Значит, знаете, так пишут вам, вот теперь узнаете, что есть клинер и ретушер. Думаю, я-то вообще как бы в курсе, что ретушь существует, но она как бы другие функции исполняет. Ну, человек пришел, что-то высрал, потом так это, что-то, видать, решила, что я такая злобная, забанила меня. В общем, я офигенно таких людей, я как бы очень редко комментирую или лайкаю там каких-то вот посты, которые мне нравятся, допустим. Крайне редко. По-моему, вообще один-единственный раз откомментировал, когда человек высмеял какой-то сленг современный, интернетный, русский и так далее. Но с такими какими-то уж фееричными ошибками, что я не смогла пройти мимо крокодя, не смогла пройти мимо. И мне вроде даже пообещали люди, что на моё мимо крокодя там, ну, как бы, наверное, меня тоже протащат. Не знаю, вот я так потеряла этот пост, который я тогда лайкала давно уже, наверное, ну, может, недели две или три, может, даже вообще месяц назад. Ну, я как-то, наверное, человек другой в этом плане, что я не ищу специально что-то там по тегам, чтобы, точнее, как бы лазаю по тегам, но не специально для того, чтобы показать, какая я умная, какие все вокруг дебилы. Забанить этого человека. Кстати, какой-то великий она сканлейтер там. Это Оля
из Белоруссии, но почему-то не сказала, какую мангу она переводит. У нас решили, что она клинер. Клинеру не обязательно быть грамотным. Вот если она редактор, то это вообще трындец, конечно же. Тащусь я с этого к Юбэе. Самое интересное, что, скорее всего, тут попутно еще что-то передачей буду. Часто бывает, что что-то пропустила. Либо мне в какой-то момент, в момент тайпа, мне какое-то предложение не очень нравится, я его переиначиваю. Да, точно, микрофон включен, все. Сейчас я буду. Может быть, потом на бете эту фразу все же переделаю. Кстати, оригинальная это скамета я не взяла. Я не умею проще. Ой, вы увидели святая святых. Может, вам и не стоило этого показывать? Так, где она у меня? Вот не помню где. Тут 7 главы. А, я же равки-то брала с этого. С онлайна. Надо будет заходить и искать. Ну, как вариант. Наверное, надо нажать на паузу, потом включиться и... А я с телефона зайду. У меня же телефон тут с экраном никак не связан, у меня же на телефоне есть Яндекс.Диск. Файлы, загрузитесь. Где тут моя папка Мадоки? Мадока. Это меньше надо будет. Так, где тут у нас Тамура? Хамура Тамура. Тамура Равки. Это вообще какая страница-то? 52 вроде. Что-то у меня тут вообще не по порядку. Вот 62. Я тут фоном сама с собой говорю. Я даже не планировала запись с экрана. Я там книжку обещала обозреть. Что-то вот как-то... И до тайпа-то руки все не дойдут. Не то, что книжку обозреть. Вчера еще прочитала. Ну, вообще ночью сегодня... Легла более-менее рано, но что-то часа два, наверное, с лишним лежала. Читала с телефона всякое. Уж думала встать, думала, может, потайпить или посуду помыть. На сегодня человеки приходили проверять вентиляцию в определенное время.
Так вот, читала, чисто поняла, что по тегу Сканлейт в Инстаграме очень мало русских постов. Вроде как чуть-чуть поднять надо. Ну и что нашла, немножко почитала. Там реально описываться есть такие. Меня даже на YouTube спрашивали. Кто-то, возможно, из вас АСМР-любцев. Новое слово АСМР-любцы. Ой, я же чай себе наливала. Он уже, наверное, остыл. На тему Сканлейта. Я планировала сегодня что-нибудь сладенькое сделать. Это сладенькое уже недели две планирую сделать. Но вот в силу разных обстоятельств не случилось. Что мне там убрать? У меня тут есть целый килограмм соли, чтобы однажды курицу сделать на ней. Зажарит, запечь. Блин, сладенькое бы что-нибудь. Конфеточки никакой нету. Есть немножко абхазского варенья. Загадочного, как сама Абхазия. Жалко, вы это не видите. Вы только слышите. Тут сиропчик. Из-под лечебного варенья. Был какой-то пост какого-то, видимо, он типа инстаграмный блогер из серии обсуждает аниме, там еще что-то. Но не понял, что-то такой был знакомый, типа он тоже какой-то якобы сканлейтер. Будто я именно его обзор читала на спин-офф и по Мадоке, и саму Мадоку. Такие фееричные. Может быть, просто них похожий. Надо это сдвинуть, сдать. Ну, так у человека там было, что переводишь обычно уже с английского, что английский, англичане там что-то свое привносят. Чаще с английского просто переводят на русский, уже этот проходящий язык. А уже русские там тоже переиначивают. Ну и вариации такие, склонения имен. У меня тоже иногда с этим ступор бывает. Особенно в манге, которую мы отказались делать, потому что нет анлейта, есть только либо яб, который хрен найдешь. Ну, в смысле, если только заказывать, то искать, где его можно заказать. Либо вот этот бумажный томик, причем надо того, кто знает арабский. Потому что арабы конкретно так уже впереди планеты всей. Сколько-то глав перевели. Шанс. Если мне дадут второй шанс, Эноки Рика. Я раньше на нее в Инстаграм была подписана, сейчас, по-моему, только в Твиттере. Ну и там был такие моменты. Ода-сан, Оду-сан. То ли Оду просклонять, ну, в смысле имя просклонять, сан оставить, то ли этот сан просклонять, имя оставить, то ли все вместе просклонять. Не всегда так это литературно по звуку приятно. Типа Оды-сана. Ну и у нее еще вот как раз было еще. Посте, что иногда теряется смысл. Я не знаю, как он переводит. Я всегда старалась как-то посмотреть, чтобы оно сочеталось с картинкой. Если это было на Такумоль, то еще и через один сайт. Я сейчас не помню название. Но с него даже, с помощью него, даже анлейтеры, ну, сами переводчики с японского на английский переводили
что-то уточняли. Там можно забить на романте, можно забить, если клавиатура, допустим, позволяет. Я, к сожалению, на клаве такого нет, но если только виртуальную клаву. Кану, ну, хирогану, катакану. И вот уже там как бы перевод, но на английский. С япа, в принципе, практически все понятно. Плюс у меня еще есть словарь. Не все, конечно, там есть, но иногда там что-то такое находишь, чего в интернете не сразу найдешь. Я помню русский, русско-японский, такой большой кирпичик. Но я к тому, что я не знаю, как другие делают, сканлейтеры такие супер со стажем. Ну, я стараюсь как-то уточнить и все-таки донести именно суть, а не свободный поверхностный перевод с помощью Google переводчика, как делают некоторые товарищи, озвучивающие аниме. Думаю, и некоторые, не только те, кто озвучивает аниме, но и переводят мангу. Так, я это скопировала, да? Я тогда на половине страницы остановилась. Сегодня меня с утра так подмывало, после того, как я что-то там прочитала в инсте. Короче, потайпить. Потом дела. И подмывало уже сесть за тайп, когда с этой девочкой в инсте пообщалась. Но опять же, что-то такое надо было освоить в темпе вальса. В смысле, поважнее сделать. Наконец-то я засела. Не всегда хорошо дословный перевод, даже как не всегда в тему литературной. Можно действительно что-то потерять. Ну, иногда все же я прибегаю к помощи зала, товарища по несчастью. Еще прикольно заметила, что в инсте на меня то ли двое япошек подписаны, то ли просто люди, которые живут на данный момент в Японии и занимаются непосредственно изучением языка местного. В ВКонтактике на меня, по-моему, одна япошка или китаянка подписана чисто на страницу канала на из-за АСМР. Чистила просто тут. От мертвых страниц. Состав странички, ну, в смысле, подписчиков. Ибо как бы страница удаленная, и суть того, что они висят, уже даже смысла не имеет. И вместо 130 у меня осталось 113 человеков. Так, что там у нас? Есть какие-то звуки, которые я как бы не отклинила. Думаю, что потом подпишу. Просто поверх. Но бывает такой момент, как с хому-хому. Я их прорисовываю. Но я на всякий случай взяла с собой планшетик сюда. Он там за ноутбуком стоит. На случай, где удобнее имела ручечкой прописать.
Хотя, конечно, я дофига не профессионал в этом плане. Нестабильно по рассеянности что-то тут нажимаю или что-то пропускаю. В плане вдруг не заметила, что у меня было плавно, а потом стало как-то поиначе. Ну, вроде как прогресс чисто для меня. По себе замечаю, все-таки чуть-чуть есть. Потому что раньше-то я вообще шпаргалку лазала приятелем составленную на каждую чуть ли не букву. Я, наверное, тут страничку доделаю. Сохраню файлик и сразу на канал залью. Чисто как люди, вы там ждете СМР, вот вам косточка. Мясо потом будет. Кстати, насчет мяса. Я тут сварила мясо свиное на кости. И часть убрала в контейнер. И что-то не подумала. Ну, теперь я в курсе. Надо было, наверное, мясо от кости отделить, потому что с бульоном было все нормально. А мясо уже такое, я его в микроволновке погрела. По вкусу оно вот только коту сгодится, у кота теперь лафа. Ну, может из-за того, что оно двое суток в контейнере в холодильнике стояло. Ну, вроде как и раньше у меня какое-нибудь мясо стояло, но без костей, правда. Как будто что-то кусенько. О, теперь нормально. Так, а я потеряла букву. Надо заново ставить тогда. Да. Я потеряла букву. Короче, в общем, бывают тайперы звуков и тайперы облачков. Я вот думаю, и клинеры звуков, и клинеры облачков. Кто я в этом случае? И те вот, кто как бы тайпит и звуки облачка. Или клинит и звуки облачка. Ну, можно. Может, и поставить даже. Нас тут спилили елку. Я вчера вечером шла от родственников, зайти к ним надо было. И хотела сделать крюк, чтобы зайти потом на тренажеры. Увидела что-то такое страшное в темноте, непонятное, испужалась, матюгнулась. И пошла обратно, думаю, утром гляну. Утром пошла, оказалось, елку спилили. А потом еще спилили. Ну, в смысле, две елки спилили у одного дома. И встретила родственника. Родственник сказал, что там одну елку спилили, чтобы типа поставить у местного дома типа культуры. Или как он там, центр досуга. Но спилили еще елку, ее тоже где-то будут ставить. Люди типа недовольны. Я поняла, что не только я недовольна этим.
Запостила одну ВКонтакте, другую в Инстаграм. Откровенно говоря, я в малом шоке. То ли это с разрешения администрации делали, тогда чем наше управление думает. То ли это не с разрешения. Тогда кого-то ждет штраф. Ну, однако я тут поклинила, кажется, эти звуки брала. На вашем жестком диске осталось только 2 гига свободного места. А куда оно делает? Было же 4 с лишним. Или винда обновилась в каком-то месте, потому что где-то вот в это время она должна частично обновиться. Потому что одно-то я отстрочила на год, а другое только на 35 дней можно. Ну и где эта шарина тенина? Кон говорить нам катакана. Ну, на моем телефончике. Дай, дай. Так, пожалуй, сначала словечки в собачу, а потом срублюсь и буду тайпить уже без наблюдалки. С мониторчика. Или буду искать тайпера звуков. Не, может, конечно, это круто, там тайпер звуков. Что-то... Ну, по-моему, удобнее быть после того, как кто-то затайпил. Это не всегда. Короче, для меня это дико. Тайпер звуков отдельно. Ну, что по большей части звуки, ну, как бы все те же шрифты. Кто-то их рисует от руки. Я в каком-то месте пыталась, но по большей части пока удобнее все-таки шрифтами. Хотя некоторых шрифтов, вот, может быть, мне не достает. Некоторых у меня тут перебор, но это чисто какие-то системные винда шрифты. Или, допустим, удобно сначала облачка заделать, а потом звуки подписывать. Ну, когда как. Или просто, значит, постепенно одно другое. Но чтобы... Я не знаю, это все равно, что с чем бы сравнить таким. Монтаж эффектов. А вот эффекты я буду делать другой программе Мавали. Допустим, монтировать что-то. Монтаж в Movavi, а переходы в OpenShot. Чисто вот такое сравнение. Так, он у нас там орёт? Или как? Да, он там у нас орёт на крупный шрифт. Что, наверное, большой? Вот. Я не буду сейчас это пересматривать, но когда залью на канал, гляну. У меня сегодня с утра товарищи возили такое ощущение, что шкафы по потолку своему, в смысле по полу, по моему, что у меня потолок, а сейчас
Вообще не пойму, то ли соседи за стенкой, потому что я на кухне сижу, то ли соседи все же сверху. Я, конечно, понимаю, что они вряд ли знают, что я тут собираюсь СНР писать или еще что-то, и вряд ли вообще даже в курсе, что я блог веду, и надеюсь. Но даже если и в курсе, то... Но иногда такое ощущение, будто они вот, ну, как бы специально шумят. Особенно если они по ночам шумят, это вообще как-то. Я иногда, когда просыпаюсь или наоборот не сплю, и вот что-то вот у меня бессонница и приспичивает делать. Я думаю, я даже оправдываю саму себя, потому что мне как-то близкие люди сказали, что ой, это же слышно, им же мешает спать. Я думаю, блин, когда у них там ребенок 4 утра орёт, что такое надо делать с ребенком маленьким, чтобы он 4 утра так орал, что вот, знаете, ощущение, будто вот, ну, родителям плевать вообще на свою человечку мелкое, а оно орёт, аж заливается. Или что такое вот можно делать, какой ремонт в 2 ночи может быть, или в 12 ночи долбление каких-то там, что то, что даже, возможно, мой блендер или там еще какая-нибудь техника действительно шумный очень. И слышно там за стенкой или на через потолок. Я думаю, что это око за око. Потому что, ну, это же нереально. Ну, и что мы тут? Как я тебя выключу? Оно не отвечает. Круто. 33 минуты, я думаю, нормально. Свободно 35 гигов. Использовано 390 с чем-то там. В общем, пока, зритель. Буду я доделывать страничку уже без тебя. Тут уже горланить стали соседи на потолке. Вдруг мы их тайны какие-нибудь запишем случайно, мало ли этот микрофон.